Самое циничное – это то, что происходит сегодня. Это выборы в Хинчештах, это геноцид против собственного народа. Когда переносят чрезвычайное положение в стране, значит, все авиарейсы отменяются с 0 часов 0 минут 17 числа. Так что в понедельник успели голоса посчитать окончательно, все протоколы завизировать. То есть выборы в Хинчештах – это геноцид против народа. Вы, негодяи, переносили, значит, эту чрезвычайную ситуацию, потому что когда принято решение, вводится чрезвычайное положение в стране, то нельзя проводить никаких выборов и так далее. Такую комбинацию еще готовил Плохотнюк. Нет, вы из-за этого мандата в Хинчештах. И это касается и проевропейской оппозиции парламентской и так далее. Эй, вы, из-за одного депутата, а вдруг, может, мы выиграем у Дадона. Дадон, вот Григорчук опубликовал письмо, написал, что нет, нельзя отменять выборы, потому что это нарушение прав граждан избираться, быть избранными и так далее. Дадон, ты даже не написал такое письмо, когда нас сняли с выборов. Просто чуть осудил, что был электорат. Вы поймите, что это просто подло, мерзко и страшно.